Теракт на Крымском мосту, что известно к этому времени. Утром 17 июля было остановлено движение транспорта по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия. В Министерстве транспорта России сообщили о повреждении дорожного полотна на пролетах моста. Также поступила информация о гибели двух человек. В Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что мост был атакован двумя беспилотниками. За терактом стоят украинские спецслужбы. Что произошло на Крымском мосту? Глава Крыма Сергей Аксенов в ночь на 17 июля сообщил в своем телеграм-канале об остановке движения на Крымском мосту. Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, написал Аксенов. Он не уточнил характер происшествия, однако попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Также Аксенов попросил жителей и гостей Крымского полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут. В Минтрансе России сообщили, что со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Обследование состояния моста продолжается. Ведомстве проинформировали о закрытии движения по Крымскому мосту для автомобилистов. Для водителей доступны передвижения по наземному автодорожному маршруту. Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост к настоящему времени уже возобновили. Первый поезд из Симферополя в Москву отправится со станции Керчь, сообщает ТАСС. Что известно о погибших? Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение средней тяжести. «Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент? Пострадала девочка, ранение средней тяжести. Находится уже под присмотром врачей. Самые тяжелые – ее родители погибли, папа и мама», написал Гладков в своем телеграм-канале. По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, у пострадавшей девочки закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию. Ребенка доставят в краевое лечебное учреждение. Что предпринимают власти? К месту ЧП на Крымском мосту выехало руководство исследователей по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ по Крыму и городу Севастополю. На место происшествия также выехал зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. В Темрюкском районе Краснодарского края сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. Координационный штаб разворачивает и в Министерстве курортов Крыма, работает горячая линия. Власти Крыма призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах и пообещали оказать всю необходимую помощь. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что полуостров обеспечен необходимыми запасами горюче-смазочных материалов, продуктов и промышленных товаров. Он также сообщил, что планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы. Кто причастен к ЧП? Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост был атакован и за нападением стоит Киев. При этом он отметил, что украинские власти не остановил тот факт, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар. По возмездию будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений, заявил Константинов. Он также призвал соблюдать спокойствие. Железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало. Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере. У нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы. Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы, заявил Константинов. Позже о причастности Киева к теракту на Крымском мосту сообщил Национальный антитеррористический комитет России. В 3:05 двумя украинскими беспилотными наводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост, говорится в сообщении комитета. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следователи устанавливают лиц из спецслужб и вооруженных формирований Украины, причастных к теракту на мосту.
Между тем, украинские СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что за новой атакой на Крымский мост стоит СБУ. По их данным, атака производилась надводными дронами, при этом в операции участвовал военно-морской флот Украины. Между тем, в ВСУ причастность украинской стороны к произошедшему отрицают, сообщает украинское издание «Страна». Главное управление разведки Минобороны Украины не комментирует ЧП на Крымском мосту, сообщает ТАСС. Представитель ведомства Андрей Юсов лишь процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией». Это не первый инцидент на Крымском мосту. Так, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого погибли 4 человека. ФСБ России сообщили, что теракт организовала ГУР Минобороны Украины. В Киеве причастность к теракту вначале опровергли, однако в этом месяце в Минобороны Украины все же признали причастность к подрыву Крымского моста в октябре. В частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что прошло 273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику.